Всем привет! Какой должна быть хорошая универсальная штормовая куртка? Ответить на этот вопрос можно, посмотрев на мембранную куртку Курс. Здесь как раз сочетаются хорошие технические характеристики материала, удобный крой и правильная эргономика. В этой куртке используется классический трехслойный мембранный пакет, верхняя ткань нейлон с плетением рипстоп, плотность 111 грамм на метр. Это гораздо легче классических мембранных штормовок, хардшеллов так называемых. В этой куртке будет удобно как в городе, так и в горах. Эта куртка мембранная, все молнии куртки имеют влагозащитное исполнение. Это центральная молния с ветрозащитной и влагозащитной подпланкой. Это молнии карманов и вентиляционные молнии. На всех молниях есть ухватки. Это очень удобно, когда мы работаем в перчатках. Карманы подняты вверх от линии пояса, поэтому мы совершенно спокойно можем носить и рюкзак, и страховочную систему. При этом у нас имеется доступ к нашим большим глубоким карманам. Капюшон имеет классические регулировки. Это регулировка по овалу лица и по глубине. Капюшон вточной, глубокий. Его можно совершенно спокойно использовать с каской без всякого дискомфорта. Нижняя часть рукава утягивается при помощи липучки велкро. Как во всех мембранных куртках, здесь есть вентиляционная молния, которая тоже сделана во влагозащитном формате. Здесь нет продольного плечевого шва, соответственно, нам ничего не натирает и не трет, когда мы носим рюкзак. Нижняя утяжка спрятана внутрь куртки, а все швы куртки проклеены специальной лентой. Всем спасибо! Оставляйте свои комментарии на странице изделия на сайте компании «Сплав».